хорош и Кул'дан. Твоя душа будет моей. Ну ладно. Ой-ой-ой, ой, как здорово, здорово. Вихрь мы выкинем. Вообще тащи. 2, 3, 4, 5. Прям, во. Может быть, даже какое-то существо с тремя... О! Давай. Ну, конечно, здорово для пиромансера оставлять монетку, но... Ну, слишком хочется быть прям мега агрессивным. Дарбомб, окей. Хочешь поиграть с огнём? Че тебе не очень? Филипп, что ты говоришь вообще такое? Как тебе не стыдно? Мой клинок жаждет крови. Привет, Угрюмка. Не у всех он вечер, но... Ладно, добрый. Ну ладно, наверное, я отдам вот его и вот ее ударю я сюда. Да? Три. Ну ладно. И на пятерочку сразу, да? Какой-то Хилли слишком приветливый. Скажу я тебе, не весело ему. Оруженосец, со мной. Я готов, сэр. Можно слэм. Блин, жалко, конечно, что вот он потеряется, но хрен с ним. Да, слэм и вот эту штуку. Вортар Огар! Смотри! Я немножко щепотный! Я атакую! За короля! За честь! За короля! Да. Победа за тобой. Так а чё, если меня за короля? Конечно, побеждаю. Я не уверен, что руку мою видно, но ладно. Смерть. Я не уверен, что мне нужен Мурлок. Да я откажусь пожелать от него. А чё мне? Зачем он мне нужен? Он же никакой. Мне нужна хорошая двойка. А, хорошая двойка Раптор. Давай, сразу мне иди. Манвир. Не, нет Манвирма. Ладно, хорошо, я... Давай так. Ну, говорит, мне пришла вторая двойка. Почему мне не вытащить эту двойку? Ой-ой-ой, сейчас зарублю. Вкусненького раптора там. Топориком. Как приятно, как сладко. Ну, печально будет, конечно, сейчас увидеть Йети какого-то. Ну да. Ну да.
Ну да. Ну хотя можно какой-то запчасть будет хоть отсюда. Уже хорошо. Что-то мне прям заколебал этот спам. Надо пойти его. Вот. Привет, я хотел спросить. Так, ладно, нет. Сначала я сделаю ход, а потом мы уже и что-то решим. Ну, давай в лицо тебе, в лицо, в лицо. Хотел спросить, сколько месяцев игры у тебя стало получаться так? Да хрен его знает. Вот я не могу точно ответить на этот вопрос. Первую арену в плюс я сделал вторую. Вторая арена у меня была уже в плюс. Вот. Что касается вот когда оно, нет, не знаю, когда я прям стабильно стал всегда в 7 делать. Не знаю. Месяца через 4. Скажу так. Так, в лицо. Ну, верно. Может. Ну, двойки достану. Вотар Огар. Ну, имеет смысл размениваться с этим. Никакого же вообще. Давим и давим. Это хорошо. Да. Вся голда исключена. А как еще можно заработать? Не, ну можно как бы заработать, конечно, с помощью этого. Как его? Констракт отыграть. Но я как-то один раз за всю жизнь я, по-моему, сделал 100 голды, да, вот этот суточный максимум. Когда легенду брал, все. Ну ладно, я заберу его. Черт с тобой. Придется. Я вот сижу, думаю. Нет, ладно, это ерунда. Я разменяю с помощью шторма. Сижу, думаю, сливать ли мне голду на паке сейчас, или все же прям сразу начать копить на следующий аддон. Я могу забрать. А только надо ли оно? Да нет, я лучше шторма просто достану. Не буду бить. Да, не буду бить. Или буду бить. Буду бить или не буду бить. Тут такой вот момент, что с одной стороны я хочу достать Force Tank Max. Но мне вряд ли этот вепон чем-то поможет. Если я хочу достать его, а я хочу вроде как его достать под шторма, то мне в любом случае, как бы, ну, лучше бы Deathbite достать, ну, потому что я Force Tank Max никак не достану. Поэтому. Два. Еще плюс максимум 10. 8 плюс 6. Да не, мне оно не нужно им бить лицо. Ну, ладно, давай так. Не факт, что Бостон будет в виде бустеров следующий аддон. Вероятно, но не факт. Ты чем это такую информацию вообще? На чем полагаешь?
Здесь я точно ударю ему в лицо. То, что по очереди они должны быть. Нет, я не уверен, что они будут по очереди. Все же сделать себе приключения, мне кажется, чуть проще, чем сделать очень много карт. Потому что в первую очередь у них мысли о балансе. Так, я тебя убиваю. 2, 4 плюс 7. Нет, 4 плюс 7, да. Не убиваю, но я все равно, конечно же, буду бить всем в лицо. Да, я буду бить всем в лицо. О, слэм. А со слэмом убиваю? 4 плюс 7 и плюс 2 мне нужны. А 2, 8 ровно, что ли? Серьезно, летал? Летал. Точно летал. Ага. Летал. Не знаю, я не видел ничего такое в Твите. Ну, может быть, может быть, может быть. Кто их знает, эти мстители? А что за мстители? Какие мстители? Кто такие мстители? Всю жизнь играю в Warcraft, кто такие мстители? Хорош! И... Валира! Будь начеку. Победа или смерть? Да и мстители, которые Авенджеры, что ли? Да нет. Вряд ли. Это шуточка просто. Какие еще мстители есть вообще в Хардстоне? Аберон, ты троллишь нас. Что-то подсказывает мне. Нет, ясно. Это троллинг. Нет, такого не будет. Я просто начал думать, что за мстители. Первое, что мне пришло в голову, это вот этот Ван Клифф и его команда. Это, кстати, неприятная штука. Что мне с ним делать? Ну ладно, давай Раптора отдам. Убивай его. Глупая женщина. Ну, стоп, окей. Покажем им. Я думаю, сейчас достать один вепон, а на следующий ход достать единицу плюс тройку. Да, давай. Ну, конечно, не очень хороший старт. Нет, у меня нету флот-кат, девушки. Ну, ладно, это неплохо для меня. О, бомбер, бомбер, бомбер. Блин, ну бомбер вообще-то очень хорошо. Ну, ладно, да, хрен с ним. Мой клинок жаждет крови. Значит, я в воскресенье смотрю другие стримы.
Интересно. Наверное, висорейд будет. Окей. Хорошо. Ну, понадеемся на бомберы, наверное. Давай, все же хочется двух существ достать за ход. Бомбер не подведи, убей девочку. Убей девочку! Молодец. Kill the girl. Оруженосец, со мной! Я готов, сэр. Ну как-то так вообще-то. Избавить. Ну ладно, давай так. Побольше урона в лицо постараюсь. Скорее всего, конечно, он мне разменяется. Ну да, очень клинок этот много сделал. Я не получилось мне агрессию вначале создать. Да, агрессия за ним шла. Потому что у нее была единица и... Бэкстеп двойка, которая, да, сразу двух существ достала. В принципе, контроль стола был за ним. Соответственно, здоровье он свое не сильно терял. Вот. Ну и теперь он может очень много value из этого вэпона достать. Это, конечно, здорово для него. Буду держаться позади. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, кстати, неплохо вообще-то. Давай так сделаем. Пожалуй. Можно было бы, конечно, и достать его сразу и пробить, для того, чтобы на следующий ход добить его эффектом кручения. Ну ладно. Серьезно, что-то за ноль? Ха. 5-5. Не, я ударю его. Тут можно было бы как бы бить в лицо, и вроде бы как бы за три хода я бы его убивал, но мне кажется, за три хода он меня убьет, если я ничего не буду на столе держать. Потому что, ну, 4-1 мне убьет 5-4, это не совсем не очень. Немаловероятно, что я и так сейчас умру. Не нужно даже ему... Много вариантов. Много ходов. Потому что карта у нее большое количество врага. Отлично взрывает. Ну ладно. Просто дагер. Я еще... Ну, 10 хп у меня останется в итоге.
Сторм плюс армора. Такой ход у меня будет. Мне надо решиться. Это наш город. Ничтожество. Ну так себе. Давай. Трепещи перед мощью Штормграда! Ну, похоже на то, что я проиграл. Ему нужно нанести 6 урона всего. Ну, какой-нибудь ойл тот же, все у меня убивает. Если только мне повезет, и существо, на которое он кинет ойл, только выйдет на стол. Ну, не сможет атаковать. Интересно. Интересно. Он мне их обоих убьет. Если я ударю. Не, ну я могу убить тебя и достать двух. Давай. Все равно слишком много карт у меня. Слишком много здоровья. Так много вариантов. Меня и на предыдущий ход убивал. Не знаю. Не мог заклинить убить. О, какой-то глупый здесь. Не важно. Это уже не важно. Хорош! И Шайна! Не стоило напрашиваться. Ладно, это оставлю, это не надо мне. Смерть. Это тоже не надо. Вот эту я тоже оставлю. Я переход доставать его не буду. Все же на четвертый ход есть комбинации через монетку. Может, я через монетку его достану, но это как-то так себе, по-моему, да? Да. Давай, Марат. У нас много секретов. Секретик. Ладно. О, фаерворк. Ну, можно единичку достать. Для проверки секрета. А можно и достать ее на следующий ход, и, в принципе, это будет лучше. Да, наверное, на следующий ход будет лучше. Скорее всего, это Мир Рентли.
Ну, может быть, но как-то не знаю, мне не очень хочется. Все же у меня не так много карт, и я... Не, ну хотя батл рейд. Не знаю. Это фигня. Давай, стреляй в меня. Ага! На следующий ход могу 6 достать. Благодаря этому Мурлоку. Если он не ремонит мне тролля, то, конечно, ему беда. Нет, ремонит. А ремонит так ремонит. Лицо? Нет. У меня слишком много хп, и чё мне... Куда торопиться мне? Не вижу, куда торопиться мне. Что же делать? Ну, Аргус, да, хорош, хорош, хорош. Опыт Флеймстрайк, правда, подставляюсь. Я щит Аргуса, смотри. Ну тогда армор ап не делаем. Хоть подставляюсь под Флеймстрайк. Ну ладно. Здесь я просто большого парня достану. Убивать. Давай я даже так сделаю. Коль у меня есть еще один вепон и есть Каркрон, я могу просто сильно нажать на него. Фарбола. К сожалению, не очень получается. Блин. Давай батл рейд. А че мне батл рейд? Две гарты взять. Я могу сделать Верлинд, ударить и достать вот этих двух. Давай. Штормград еще в колоде есть. Из очень жирных. Hmm.
14 могу ударить, на сушку. Не, на менталь. Тоже не очень, конечно. Слэм. Слэм, Морлок. А, нифига не хватит на все на свете. Да нет. Могут так, да ну. Ну хорошо, давай я тебя убью. Конечно, прискорбно, но что поделать. Какой-нибудь полиморф не получить, главное, сейчас. Флеймстрайк. Флеймстрайк нормально. Что же делать? У меня останется 5-5, которые я смогу легко убить с помощью топора. Вот. Весь ход потеряется. Да, я буду рад флеймстрайку. Флеймстрайк, отлично. Свет защищает меня. О, ну тоже нормально. Я не буду ее убивать. О, я могу всех достать. Давай. Нет, он мне ее убьет мне его тогда с помощью девочки. О, я могу девочку убить тогда. Давай. Наплевать на девочку. Ну, хорошо, я даже разменяю так. Я буду играть строго в Элью сейчас. А я, может, в лицо тебе пойду? 5. Погоди, я размениваюсь. Бью ему сейчас на 4 в лицо. У меня остается 11. У меня на столе 4 плюс 2 плюс... 4, 10, земляки, да, хорошо, давай. Кого мне убить? Ну, теперь главное не флеймстрайк. Не надо флеймстрайка, просто существо. Даже может быть там. Вообще, да, вот насчет Мурлука там сразу выложить на второй ход, чтобы он как бы выстрел потратил. Это такое. Это, в принципе, адекватный ход. Но тогда ты теряешь value. Мне кажется, у меня такая колода, которая способна и без крайней агрессивности выигрывать. И поэтому я не очень хочу терять вэлью. Вот. Пора пустить кровь. Давай передохнем. Это я зарежу. Зарублю. Это я тоже зарублю.
Да, наверное, ее достану. Ладно, я разменяю тогда. Не сильная проблема-то. Доктор, два. На следующий ход либо добор кар, либо каркрон. Ну, это пятерку с 6 хп вполне возможно убить. Спектр Найт, кузнец. Со мной. Я готов, сэр. Ну, либо тебя. Улучшение. Ну, апгрейд мне, да, мне не нужен сейчас. Ну и ладно, я заберу каркроном 4-4. Наверное. Вообще могу я вот так вот ударить. Я что тут подумал-то? Вепон оставить? Зачем мне вепон оставлять? Чтобы быть более агрессивным. Может... Не уверен. Вообще могу так разменяться. Так. Я должен сделать выбор. Это консекрейшн. Так, так. Вокруг консекрейшн. Тебя. Армурап. Давай. Какой-то немного странный ход. Но он самый агрессивный, и он мне нравится. Против паладина все же хочется немножечко поагрессивничать. С паладином долго с ним сражаться. Не, плохо. Ребята тебя убьют. Его 1-1. Детям. Я на страже. На страже. Я могу 5-1 поставить. 5-1 разменять на 4-5. Могу пробить тебе в лицо на 3 в руке. 6. 9. 14. Довольно много. В то же время не хочется, конечно, паладин ничего заставлять. Да. Могу тебя... Нет, улучшение, да, ну нафиг. Коль у меня будет оружие, зачем мне улучшение? Сейчас. Ну просто для того, чтобы его достать. Ну такое. И ладно, давай. Просто какой-нибудь выйдь сейчас жастис. И что моя агрессия? Ну, это так. Это я могу повернуть. Слэм. А могу повернуть то, что слэмом я ударю. Так. Убивать я тебя все равно не убиваю. Могу на край сюда повернуть, так ударить, но это как-то так. А, слэмом. Тоже так себе. Значит, будет апгрейд. Убить. Повернуть. Разменять. Ну, ладно, нормально, в принципе. Апгрейд разменять. А, слэм. Зачем мне слэм тогда? Что же теперь? Апгрейд. Переключатель. Могар. Сойдет. Я должен сделать выбор.
А добор карт есть. Если что, могу с него сразу и начать. Это не убивает меня, консекрейшн, если что. Второй молоток кинешь, ну, ладно. 4-3. Неплохо сыграно. Победа. Да, здорово. Все боятся моего мога. Победа или смерть? Ступид спаммерс. Может, Кизан мистик оставить? Интересная рука. Не, я от всего откажусь в пользу двойки. Фарри Уракс. Идеальная двойка. Для войка. Для воина. Есть Раптор. Тут уже сразу опции две. Вперед, Раптор. Мне это надо. Я зарублю паре врагов. Я не против даже 2-4 сейчас. Передай мне тангенциальный вращатель. Окей. Ну, давай. Адского крика! Тут ему вроде и выстрел нужно сделать. И двоечку достать. А двоечку достать я ее сразу зарежу. А, ну так вот. Все. Хорошо. Дело твое, друг мой. Дело твое. Мой клинок жаждет крови. Слэм, мощный удар. Может быть, даже Аргуса просто так поставлю. Окей. Апгрейд. Апгрейд. Будет 4. Плюс слэм еще 2. Плюс, наверное, верлинт. Окей, это интересный ход. Хорошо, давай я так и сделаю. Другие ходы есть? Слэм плюс Аргус? Ну, не нанесу ему зато много урона. Ну, карт меньше потеряю. Может... Зато больше существ будет на столе. Зато у меня вепон не останется. Да, давай. Я должен сделать выбор. Я атакую.
Жаль. Окей. Я могу убить его. Да, пожалуй. Убью я его. Достану просто как 3-3. Понятно, что я не смогу воспользоваться этим оружием, но... Может быть, Аргус, может быть, Штормград. Что-то такое. Следующий ход. Лучше, конечно, Аргуса. Мне бы еще какое-то существо найти. Существо? Существо, да не то. Ну ладно. Христу взять Мексину, Таурисона или Чудовище? Мне кажется, Таурисона. Да, наиболее лучшая карта. Я думаю. Почему я читаю не все сообщения сейчас? Что за наезд, Александр Ильич? Все читаю. Что же теперь? Так. Ну, наверное, 1-6 и вот эту штуку. Надеюсь, у нее еще фаербол не будет. Очень много ремувлов. Конечно, у этого мага. И много дрова. Интересно. Мексна крутая, конечно, очень. Да, карта для приста. Русский полиморф. Ну хватит все мне ломать. Ну, это как-то так. Ну, давай. Ну, сейчас флеймстрайк будет. Флеймстрайк будет, я проиграл. Кстати, сестра, ясно. Да, я проиграл. На все мои крутые карты не нашлись ответы. Нет, мне, можно сказать, земляки сейчас прийти. Лицо. Передровал он меня, конечно, вообще в сала. На 5 карт. На Ноксрамас я не копил ни секунды. У меня был Ноксрамас. Ноксрамас, когда вышел, когда объявили цены на Ноксрамас, я такой, о, пойду покупать бустера. Вот. На гору тоже, в принципе, не копил, но к началу у меня не было денег. Золото столько, сколько, чтобы всю сразу купить. Дай мне задание. К карте Фил Ривер как отношусь на арене? Так. Если у тебя очень резкая и быстрая колода, то Фил Ривер крутая карта. Если у тебя медленная колода, ну типа там приста, паладин какого-то, это ужасная карта. Не стоит ее брать никогда. Вот. Тут она либо очень сильный плюс, либо огромнейший минус. То есть такая сильно двоякая карта. Ну ладно, что мне делать? Я все проиграл.
должны очистить солнечный колодец. А, здесь уже ничего не сделал. Меня так зекут, и я его никак не убью. В любом случае, я считаю, что за бой на 10 побед это более чем достойно. Хотя, конечно, немного печально, что у меня никак 12 не выходит. Я вторую неделю никак не могу сделать. 11-10. Да ладно, чё я уже? У меня нету никаких карт, которые способны перевернуть игру. Много ещё карт. Накромаса. Секунду. Пролистаем. Я не копил ни секунды на Накромас. Вот. Пиу-пиу-пиу. Давай, легендарк. Ну нет, эпик. Легендарк слишком много. Есть эпик, окей. Редкая карта. Эпическая карта. Ну, у меня есть такой.